Всем привет! Мы приготовили для вас самые свежие новости. Но не будем медлить, поехали! Но сначала досмотрим состав. Из самых свежих новостей приехал Джон Джонсон на Аллею Славы. Его встретили с позитивом. Он поделился номером с одной дамой. Все радовались, пока он не ударил прохожего. Без потасовки, конечно, не обошлось. Он случайно ударил своего фаната. Он вырубил четверых, а потом ему выдали Оскар за лучшую роль в фильме «Форсаж 11». Далее он нервно уехал. А вот кадры из фильма «Форсаж 11». Я разбился, как слышите? Привет, мне нужно переодеться, подстричься, денег, сэндвич и машину. Хорошо, только что мне будет взамен? Ты получишь гораздо больше денег и уедешь в Майами жить. Хорошо. И это все, что ты мне можешь дать? Я надеялся на спорткар. Да, это все, что у меня было, только смотри не по мне ее. Я тоже хотел ему врезать, но ты меня опередил. Что ты там? Да меня кто убрал? Рано или поздно. Лети, давай я вернусь к тебе просто. Я понимаю, мы очень жестко развелись, но Лети, давай я просто вернусь. Обгонишь меня на трассе, и я дам тебе шанс. Можно даже не садиться в машины. Приготовились? 3, 2, 1. Погнали. Давно хотел спросить, как поживает мой сын Джим? Произошла потасовка на районе. Около стрип-клуба. А из-за этой потасовки появилась небольшая пробка на дорогах из машин и из-за людей, вышедших на дорогу. Далее Тревор Филлипс начал использовать оружие. И таксист сбил невинную девушку. Недавно заметили подозрительного пацана. Он привел нас к самой разыскиваемой банде, которую не могли найти 30 лет. Всех повяжем и выйдем. Подумали копы и бросили дело. Но тот самый пацан всех избил и уехал. А слева главарь банды. Да тут машина, куча баксов, вон ту я заберу себе. Бабок у них, конечно, было много, но благо, что их арестовали. Он всех взорвал и уехал. Но он оставил двоих людей, наверное, это были его братки, которые по-любому должны были ему 100 баксов. Хотя по нынешнему курсу это 24 рубля. Будни копов. Мы хранители порядка, мы следим за порядком. Это просто работа. Дома меня ждут семья и дети. Я нашел его, гони.
Блин, пацаны, это не то. Слушай, кажется, это они. Уверен? Не хочу, чтобы было как в прошлый раз. Я ему еще машину покупал. Покончим с этим делом. Ты за это ответишь. Я потерял Алекса и Алекса. Они были хорошими друзьями. Но главное, что мы поймали главаря банды, и он теперь ответит за это. Всем привет! Открылся пляжный сезон. Здравствуйте, я Аманда Херт. Это Джимми Джеймсон, и я сегодня спрашиваю, какая обстановка на пляже. Сейчас на пляже тепло, акул нет. Можно плавать спокойно. Главное уметь плавать, а дальше акулы вас съедят просто, да и все. Ладно, шучу. Джимми Джеймсон выступал на стендапе, но очень плохо. Здравствуйте, девочки, чё как водичка? Да хреново как-то. Просто ложить просто дает на эту воду и не купаться. Здравствуйте, я классный пацан, я покажу, как купаться вам. А следующая новость для предпринимателей. Покупаем свалку. Встаем на этом месте, а при выходе главное не упасть. А если вы упали, не отчаивайтесь, ведь вы посмотрели эту новость, и вы гениальный человек. Потом достаем винтовку и стреляем по машинам, и они просто толпой полетят вниз. Это конец, это все новости, которые мы сегодня приготовили. Но сначала посмотрим заставку.